Утро понедельника теперь начинается не со звонка на урок. Новоуральские школьники дождались летних каникул. А те, кто еще не готов расстаться с одноклассниками, кто ищет новых друзей и любит проводить будни ярко, записались в городские лагеря. Родительская плата за путевку в этом году составила 1200 рублей, а полная стоимость более 4000. Спонсируют из местного и федерального бюджетов. В этом году организована только одна летняя смена. Мне нравится то, что тут так собирается много друзей, всякие разные мероприятия. Там весело, там много детей, можно с кем-то поиграть. Я пошел в лагерь, потому что там можно познакомиться с новыми друзьями. Сегодня на открытие долгожданной смены в центре внешкольной работы собрались воспитанники из 18 городских лагерей. В основном это дети из начального звена. Однако есть ребята и постарше, к примеру, учащиеся художественной, музыкальной и спортивной школ города. Кроме того, в этом году открылся лагерь для детей-инвалидов и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Все они пройдут дорогу добра. Именно так звучит название смены, ведь она посвящена году добровольца. Все три недели дети будут выполнять различные задания, связанные с легендой смены. Существует такая страна детская, где всегда были только добрые поступки, добрые дела, и вдруг злая волшебница, мы придумали из изумрудного города Гингема, решила все добро уничтожить и только поселить зло. Все мероприятия, игры и квесты будут направлены на командную работу, формирование навыков сотрудничества и развитие нравственных качеств. Кроме того, дети получат массу положительных впечатлений. Я думаю, что мы будем ходить в самых разных местах, даже в аквапарк, наверное. В лагере должна быть дружба, чтобы там кормили вкусно. Веселье, красота. Должно быть много конкурсов. Да. Я хочу, чтобы там всем понравилось и все любили лагерь. Ульяна Скрыгина, Дмитрий Орлов, Новоуральская вещательная компания.